Здравствуйте. Это программа «За делом». Я Елена Афанасьева, и сегодня мы поговорим. А поговорим мы сегодня о том, как можно провести свой отпуск с пользой для себя и окружающих. Говорят же, что лучший отдых – это смена вида деятельности. И как наше хобби может приносить пользу всем. Это может быть забота о природе, о старинных зданиях или помощь тем, кто в этой помощи нуждается. Давайте посмотрим сюжет. Слетать на Курилы, навести уборку в Арктике или исследовать мистический немецкий аэродром в Прильбрусе – это не мечты, это реальные задачи, которые стоят перед волонтерами Русского географического общества. Принять участие в экспедиции при определенных условиях может каждый. Там цель была в определенной работе, то есть отнесли не экологическую вахту, мы оттирали там вот, надписи людей, которые там за собой оставляют, Вася, тут был Вася, тут был Петя, да, мы изучали так называемый мистический аэродром немецкий, да, по легенде, куда Гитлер привозил тибетский хлам. Вячеслав потерял ногу в аварии 11 лет назад и, как оправился, стал заниматься реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас он является волонтером Русского географического общества и совмещает свою деятельность с научными экспедициями, готовит инклюзивных волонтеров к нагрузкам и испытаниям. Когда я вот поехал уже как специалист туда, на Эльбрус, да, это вот именно как продолжение физической реабилитации. То есть, смотрите, идет медицинская реабилитация, потом физическая реабилитация, а потом социальная реабилитация должна идти. И вот чтобы интегрировать человека в социум, да, в процесс уже другой жизнедеятельности, вот экспедиционная деятельность, мне кажется, на данный момент это самый идеальный способ. Волонтеры с ограниченными возможностями здоровья задействованы в научных экспедициях не меньше, чем остальные. Любой из нас может принести пользу и внести свой вклад в исследования нашей страны. Для меня инклюзия, она называется, я ее называю вместе, да, вот инклюзия. Когда и обычный человек, в принципе, может, да, принять в этом участие, и человек с ограниченными возможностями, но я их называю с безграничными возможностями, неважно, там это опорник, либо там у нее диагноз ДЦП, с нами была девушка, у которой диагноз ДЦП, но она также все эти вот трудности преодолевала. Поначалу тяжело, а потом ей стало легко. В планах у РГО множество экспедиций, в которых могут поучаствовать волонтеры. Для этого нужно оставить заявку и дождаться ответа. География поездок обширная, от арктических пустошей и озер Киргизии до гор Южной Осетии и лесов Ленинградской области. Получается, что подобные экспедиции могут принести много пользы и членам группы, и обществу. Иван, а в чем польза данного вида волонтерства для общества? Волонтерство по определению полезно. И видов волонтерства довольно много. Есть неформальное волонтерство, когда друзья решают, что нужно сделать что-то очень конкретное и понятное. Там детская площадка, отремонтировать подъезд или же еще что-то. Есть волонтерством очень активно занимаются некоммерческие организации. Они дают образование, они дают какие-то инструкции, инструктажи проводят для волонтеров. Есть большой пласт волонтерства, которым занимаются компании. И это называется корпоративное волонтерство. Ну что ж, общественное благо – это прекрасно, но очень многие идут в волонтерство в надежде найти друзей, а иногда, может быть, и любовь. Насколько я знаю, Маргарита, вы нашли своего мужа, встретились на субботнике. Да, мы познакомились на субботнике и с мужем, и с друзьями. И с друзьями. Я, в общем-то, была одинока лет 19, и пришла по объявлению в газете «Московский комсомолец» в Рождественский монастырь в 90-м году, и мы там помогали, выпиливали, что-то выкашивали, очищали территорию, и вот так потихонечку у меня появились друзья, я начала. А вас в 19 лет, хоть вы и говорите, трагически я была одинока, ну, 19 ну, лет. Есть ну, огромное не было единомышленников не было. То есть волонтерство – это всегда понимание того, что ты найдешь тех, кто мыслит так же, как ты. Да, по духу близких людей. И мы до сих пор дружим, и, в общем-то, пребывает людей рядышком. Вот тогда, в 90-м году, когда вы это все начали, молодая 19-летняя Маргарита, что для себя там нашла? Ну, во-первых, мы приносим пользу
потом отдыхаем, потом что-то вечером делаем интересное, общаемся. Ходим как же по отдыхаем, музеям. Когда вы вместо выходного, вы не лежите на диване, не идете в кино, вы идете работать. Смена деятельности. Потому что я учитель, и когда ты там мучаешь детишек, допустим, полдня, а вечером, допустим, таскаешь носилки где-то и, в общем, помогаешь какому-то памятнику, это тоже интересно. Вот. И, в общем-то, это сочетается, мне кажется, как-то гармонично. И вы стали говорить, что носите носилки или работаете, а вечером? Что же вечером? Это вечером посиделки, чаепитие, общение, потом в театры какие-то, музеи вместе, какие-то волонтерские поездки начались. Что, есть ли какие-то навыки, как теперь модно говорить, скиллы, да, которые вы, которым вы научились, которым вы обладали вот в волонтерских группах? Знаете, наверное, общаться, объединять людей. Это потихонечку все. Я и не думала, что когда-то потом у меня будет свой фонд, и уже нас будет там, ну, 200-300, наверное, сейчас человек. Тогда нас было 20-30 в 90-е, да. Сейчас потихонечку ты чувствуешь, как ты можешь договариваться, да, ведь надо же учиться. Мы все разные, и, в общем-то, каждому должен быть свой подход. И мы иногда с волонтером встречаемся и говорим по телефону раз 6, прежде чем он понимает, как бы зачем ему нужно с нами на север. И вот если он понимает, то все прекрасно. И он что-то находит там для себя, и мы доходим хорошего помощника. Вы раз 6 говорите... То есть вы, что называется, отговариваете, вы проверяете, действительно ли человеку это нужно, или ему показалось? Ну, видите, у нас дело очень сложное. Он едет на север. Довольно сложные условия. Тяжелая работа. Причем не нормированная. Как бы мы не можем... У нас рабочий день от 6 до иногда 12 часов. Допустим, нужно что-то сделать? Нужно кору снять с этих бревен? В прошлом году нам подарили 900 бревен. Все. Все ехали и корили. И человек-то должен понимать, что там будет. Поэтому вот у нас ветки в WhatsApp, допустим, большие. Там я тоже пишу с утра до вечера, и наши координаторы пишут, да, чтобы люди понимали, куда они едут. Вот. Чтобы не было никаких эксцессов, чтобы жители они не пытались учить как бы патриархальных деревень, как жить. Это тоже очень важно. Все-таки они попадают в другую среду. Горожане... попадает в деревенскую. Александр, а что за тип человека, волонтера, который будет радоваться 900 бревен, получив вместо каких-то таких, казалось бы, нужных девушке подарков? Если человек понимает, зачем ему подарили 900 бревен, и как эти 900 бревен станут полезными для окружающей среды, для истории или для людей, которые проживают в этом местности, то, конечно же, такому человеку 900 бревен будут очень полезны. Вообще, феномен волонтерства еще только начинает изучаться и учеными, в том числе и социологами, и педагогами, и, в принципе, исследователями. Да, и понять вот эту вот таинственную душу волонтера, что же его толкает, мы можем сейчас только на основании, по большому счету, опросов и разговаривая с тем или иным волонтером, понимая, что его конкретно привело в тот или иной волонтерский проект или в одно из направлений волонтерской деятельности. Что привело это, значит, какую личную проблему он решает за счет волонтерства? Личную проблему. Или это была история про пришел по знакомству за компанию, или его что-то на это толкнуло, подтолкнуло, или он увидел действительно, что это может быть интересным для него и дал себе в первую очередь шанс попробовать, действительно ли здесь может быть какая-то польза для меня, или могу ли я здесь приносить какую-то пользу. Мотивы участия сегодня человека в волонтерской деятельности, они абсолютно разные. А какой наиболее часто встречающийся мотив? Наверное, и то, что мы выделяем для себя, общаясь с волонтерами, это в первую очередь социальные пробы. Новые социальные пробы, когда ты человек IT, специальности или, наоборот, промышленник-предприниматель, и пробуешь для себя то, с чем ты никогда не сталкивался. Социальную помощь. Или работу с инклюзией. Это или работу по сохранению культурного наследия. Это, в первую очередь, и вызов самому себе, и возможность попробовать то, чем ты не займешься в обычной своей жизни. Антон, ваша первая экспедиция на каком году была? Естественно, первые экспедиции еще в школе были в рамках кружков, но первая серьезная была сразу после школы. Мы отправились в Тибет исследовать флору. После этого я настолько заболел всем этим, что уже не мог представить себя без экспедиционной деятельности. Мне хотелось всем рассказать о ней, вовлечь всех в нее. И как раз благодаря, в первую очередь, Русскому географическому обществу я стал добровольцем, отправился на остров Гогланд, куда спустя несколько лет уже в качестве руководителя экспедиции привез первых инклюзивных добровольцев.
И что вы там делаете? На острове Гоголм тогда, в 2019 году, в рамках лагеря ЮНЕСКО «Волонтеры всемирного наследия», мы занимались уходом за объектами геодезической дуги Струве. Это ряд точек на нашей планете, я бы сказал, даже в Европе, в рамках которых Струва как раз смог измерить меридиан Земли. И, собственно, за этим объектом ЮНЕСКО и ухаживали ребята, и в том числе добровольцы с ограниченными возможностями здоровья. Тогда это было впервые в рамках экспедиции привезти ребят, и не просто привезти на автобусе, на корабле через Финский залив и жить в палатках. И задача встала сама собой, когда мы поняли, что большая часть наших добровольцев не может самостоятельно подняться, например, на гору, где находится один из знаков этой геологии. Геодезической сети Струвы. В 17 или сколько вам было лет после школы и сейчас? По-разному ли вы оцениваете, для чего вам это было? Вот как вы отвечали на этот вопрос первокурсникам и как вы отвечаете сейчас? Ну, конечно, та тяга к тревожным далям, с которой я начинал, она никуда не делась, но сейчас я вижу в ней некоторые другие задачи. Mm-hmm. То есть мне кажется, что после экспедиции должны оставаться освоенные, очищенные от негативного воздействия территории. Территории, про которых рассказали остальной стране или, может быть, даже миру. А главное, территории, которые изменили жизни людей, которые на них впервые отправились. Как и было вот с нашими 21 инклюзивным добровольцем, которые у нас поработали от внешнеострова Финского залива до Курильской гряды, от Оренбургских степей до полярных рек Хатынги. Очень интересная фраза «очищенные от негативного воздействия». Что вы вкладываете в это понятие? Ну, помимо очевидного, это уборка мусора, это еще и понимание того, как мы можем улучшить эту территорию в том плане, что не везде хозяйство ведется оптимальным способом. Где-то мы можем силами профильных ученых сформулировать целый ряд рекомендаций, которые лягут в основу не просто рационализации, а целого направления в сторону устойчивого развития этой территории. А есть ли какие-то экспедиции 24-го года, которые вот сейчас, может быть, наши зрители услышат и смогли бы присоединиться? Я бы сказал так, экспедиций всегда много. Огромное количество археологических экспедиций, экспедиций в ОПТ. Еще раз, будьте добры, нам расшифруйте. Огромное количество... Нет, вот ОПТ это что? Особо охраняемые природные территории, заповедники, национальные парки. Особо охраняемые природные территории. Будем знать, как это сокращенно звучит. Например, вот мы вместе с движением детей и молодежи, движением первых, реализуем уже второй сезон проекта «Безграничная экспедиция», в рамках которого ребята уже по всей стране отправятся в заповедники, национальные парки рядом со своими городами, проведут научные исследования и дальше будут докладываться о них как на настоящей большой конференции. То есть это и профориентация, и добровольчество, как научное добровольчество, и в то же время важная роль здесь инклюзии, потому что сейчас в том числе и ребят с ограниченными возможностями по здоровью. И это как раз экспедиции, которые уже, вероятно, у вас укомплектованы? Нет, набор еще идет. То есть зрители могут принять участие? Зрители, школьники могут принять в ней участие. А, ну ладно, вот я уже не школьница. И Маргарита тоже, если вдруг захочется к вам примкнуть, мы бы куда могли к вам присоединиться? Как я уже упоминал, большое количество археологических экспедиций, которым всегда нужны добровольцы. Это, как мне кажется, один из самых удачных стартов в выездном добровольстве. Это именно археологические копать экспедиции. Поедем. Да, копать, разбираться в истории. Это, во-первых, не просто кропотливая и тяжелая работа. А куда именно копать? Куда копать можно? Археологические экспедиции практически по всей стране. От степей вокруг кургана Тунуг до вот ближайшего Подмосковья. Нет никаких препятствий в состоянии здоровья. Самое главное здесь это не то, что у вас стоит тот или иной диагноз, а ваша адаптированность к полевым условиям. Готовы ли вы в них работать, готовы ли приносить пользу экспедиции. И выживем ли мы в палатках? Да. В палатках нужно не выживать, а жить в них. И наслаждаться. Да. И наслаждаться. И при должной подготовке добровольца к полевым условиям, организаторов, к тому, что у него будет инклюзивный добровольец, ограничений становится все меньше и меньше. То есть умение не просто выживать, а жить в палатках и наслаждаться, это одно из важных качеств для добровольца. Я сделала такой вывод. Какие еще есть важные качества, которые бы вы выделили, Иван? Ну, я думаю, что, во-первых, нужно ехать за связями, за общением. Нетворкинг, да? Ну, за нетворкингом. И самое главное, эти связи нужно возить с собой.
и потом с ними работать, их поддерживать и развивать. Почему эти связи важны? Что в них такого? Я не перестаю удивляться тому, насколько люди разные. И вот они... Кажется, что ты уже вот ко всему готов, а все равно люди не перестают тебя удивлять и не перестают поражать уникальностью своего мышления, опыта, образов, творчества, знаний, всего. Общение с другим человеком, оно, ну, по крайней мере, у меня всегда связано с воспитанием интереса к другому человеку. И бывают такие периоды, когда я закрываюсь от всех, и мне нужно сидеть там, либо работать, либо с книжкой, либо просто чай, кофе пить. Но я прекрасно понимаю, что моя ценность — это интерес к другому человеку. Пока я его чувствую, пока я его вижу, значит, вот я ощущаю пульс жизни. Маргарита, а у вас какие требования к тем волонтерам, к участникам ваших экспедиций, которых вы набираете? Чтоб добрые были. Я бы, на самом деле, вам могла предложить очень хорошую роль. Я сама, когда 19 лет поехала, и сейчас я женщина для еды. Это прекрасно. Для еды? Это значит, вас не съедят, это значит, вы будете готовить в отряде. А, женщина для еды. Прекрасная роль. Да, у нас не хватает женщин для еды. Мне пишут прекрасные женщины, мы всех берем. Если, извините, Маргарита, у вас отряд полный мужчин, то женщины в очереди должны стоять на эту позицию? Нет, у нас очень мало мужчин. Так получилось, что... Поэтому женщины для еды не хватает. Ну, почему-то вот сейчас как-то женщины хотят работать физически, но не хотят готовить. А мужчины хотят работать физически? А мужчин у нас очень мало, они работают физически. А какие условия записаться? Это бесплатно, платно? Нет, мы, к сожалению, у нас все средства, и наши личные, и те, что собираем, у нас уходят только на оплату специалистов. То есть волонтеры, я тоже такой же директор-волонтер, мы сами оплачиваем себе дорогу, питание, подкармливают жители, где-то собираем продукты, максимально экономим. Все у нас цель — спасти памятники и поддержать жителей деревень. Живем мы в домиках, которые или покупили, или жители предоставили. Иногда в палатках, иногда. Иногда даже в общежитиях колхозных бывших. Колхозы еще уцелевшие дают нам какое-то жилье. В библиотеках живем. В общем, где сможем, как бы, устроиться. У вас есть какие-то требования к тем людям, которых вы отбираете? Вот. Мы не отбираем, мы берем всех, кто понимает нас. То есть у нас волонтеры от 5 до 77 лет. Интересно, замечательная история. Давайте посмотрим еще один сюжет и продолжим разговор. Нужно использовать подлинный инструмент, чтобы следов современного не оставалось. Александр Сапрыкин даже в отпуске не расстается с топором. Плотник-реставратор в свободное время едет не в теплые края отдыхать, а на север, спасать старину. Уже несколько храмов восстановил вместе с командой волонтеров. И вот новая вахта. Теперь в Вологодской области. Памятник 18 века. Церковь Николая Чудотворца в поселке Чистый Дор. Оригинал почти сгнил. Поэтому перебирают и меняют то, что снаружи и внутри. Татьяна Скрябина, учитель музыки из Подмосковья, виртуозно справляется и с другим инструментом. Признается, что заслужить уважение коллег было сложно. Годы ушли на это. Приезжала в монастыри, где-то помогала, трудилась. Хотела еще в какую-то светскую организацию, но тоже именно поработать, что-то поделать. Я стала постоянно приезжать и выполнять какую-то добровольческую работу, уборку, какие-то, ну, в общем, всякие работы уже, которые можно сделать без плотников профессиональных. Ну и стала параллельно учиться вот в Москве, ходить на плотницкие курсы. Я в нем чувствую себя собой. Мне важно, что это было для меня. И что если у меня будет там какой-то мои дети, моя семья, чтобы я могла это оставить. Руководит бригадой координатор благотворительного фонда «Вереница» Екатерина Козлова. Кандидат медицинских наук из Москвы. Но здесь не врач, а скорее прораб. И главный специалист по связям с местной общественностью. Рассказывает, вначале селяне смотрели на гостей настороженно, но когда увидели, что от волонтеров есть реальная польза, приняли как своих. И вообще тут много интересного в Чистом Доре. Тут колдун был, который говорил, что тут есть деревня Пехтыч, что она сгорит, а Чистый Дор вымрет. Местные говорят, вымрет, когда креста не будет. А мы крест поставили, так что теперь не вымрет. График у волонтеров расписан на несколько лет вперед. Как только восстановят храм в Чистом Доре, пойдут дальше. В России около 7 тысяч церквей в аварийном состоянии.
Рит, вы тоже влюблены в русский север, да? Люблю, да. Нравится там очень. Почему именно север? Как вы туда попали? У меня папа работал на севере, фильмы снимал. И привозил нам книжки оттуда. Юрия Казакова, Юрия Арбата. Я все детство читала. А потом, когда уже начала помогать памятникам, летом узнала, что есть летние отряды, в которые практически девушкам было попасть невозможно по восстановлению деревянного зодчества. И мы чудом пришли с подружкой в ОПИК, нас чудом взяли. И когда я увидела эту красоту, мы попали на «Белые ночи», на «Северную Двину». И это просто и красота, и люди очень хорошие. Люди везде хорошие, но на севере они какие-то особенные, и туда надо ездить, чтобы с ними познакомиться. А как вообще местные относятся к волонтерству, когда вот вы что-то восстанавливаете? Это, ну, сделайте за нас, или сделайте мне красиво, или, ну, наконец-то про нас вспомнили. Как, какой у вас опыт? Ну, у меня скорее положительный опыт. Ага. Были, конечно, проблемы. Нельзя врываться к ним и посещать, да, вот как-то внезапно вот приходить, и вот мы тут будем вам помогать. Нет, нужно познакомиться спокойно, представиться, объяснить, кто мы. И потихонечку... И нельзя приезжать раз в год к людям. То есть мы стараемся раз в полгода навещать. Это уже наши друзья. Я даже не могу на Мизене, Пинигу ехать. Если кому-то привяжешься, тогда придется бы семью бросать. Потому что туда ехать 2 дня. Вот. То есть вот это наш север, он ближний. То есть сутки мы добираемся максимум. Нас там ждут. Мы там посиделки устраиваем жители. Как-то им помогает, помогаем. Возникла даже целая группа помощи сельским библиотекам. То есть у нас не только храмы. У нас и гражданские постройки, и библиотечки наши любимые, и жители относятся хорошо. Если бы не они, вот эти 900 бревен, то и они Карелии, и Каргопольская администрация. То есть они сейчас тоже нас ждут. И а что такое гражданские постройки? Гражданские постройки — это вот пожарная каланча. Mm-hmm. Сейчас вот мы здесь сидим в студии, а у нас товарищи уже на пожарной каланче трудятся. Это, ну, старинная постройка, с нее смотрели, не загорелось ли где. Mm-hmm. Потом у нас есть несколько старинных домов подшефных, расписных, и внутри, и снаружи росписи. Это, в общем-то, последние сохранившиеся дома, все это исчезает. То есть это обязательно нужно сохранять, такого больше не будет. Это уникальное. Александр, а как у вас складывается с местными жителями ваш опыт? Мы стараемся интересно выстраивать работу с местными сообществами. В первую очередь наша главная задача – это вовлечь как можно большее количество москвичей в занятия волонтерской деятельностью. И вот на сегодняшний день более 1 200 000 человек в Москве уже хотя бы раз попробовали себя 1 200 000 в роли волонтера. Огромное количество. Все правильно, да. Это огромное количество, это большой труд большого количества и некоммерческих организаций, органов государственной власти, и бюджетных учреждений, самих инициатив, граждан, которые приходят в занятия добровольчеством. Вместе с тем, конечно же, для города важно, чтобы волонтеров было как можно больше, потому что те сложности, с которыми сталкивается сегодня Москва при работе и с социальными запросами, и с культурными запросами, и с экологией, там, с зооволонтерством, он все равно остается, и поэтому чем больше будет горожанин участвовать в решении этих проблем, приходить и предлагать какие-то собственные инициативы для решения, тем лучше, в том числе и для городского управления. Немножко вернемся к вопросу о том, кто чаще занимается волонтерской деятельностью. Да, сегодня действительно так, и в Москве 76% волонтеров – это женщины, и только 24% из них – это мужчины. Но, а при возрастам? Но при этом возраст, что интересно, за последние 4 года, мы это заметили, когда делали срез во время пандемии, на тот момент был пиковый возраст волонтеров, и он был около 32 лет. После этого средний возраст волонтеров ежегодно снижается. И сегодня все большее и большее количество именно школьников и студентов приходит. И на сегодняшний день 25 лет – это средний возраст волонтера в Москве за счет того, что увеличивается количество игроков, увеличивается количество отрядов, волонтерских центров, и вузы активны, и школы активно включаются. Некоммерческий сектор все больше и больше привлекает к своей деятельности добровольцев. И это здорово, и мы всячески стараемся это поддерживать. А что такое паспорт волонтера?
волонтера? В первую очередь... Для каких целей? Это типа резюме, чтобы показать для следующей экспедиции? Это некое портфолио, которое собирает для себя человек, и для каждой возрастной группы это портфолио используется по-разному. Школьники в первую очередь собирают такое портфолио, поскольку оно дает дополнительные преференции при поступлении в университет. Сегодня многие московские вузы и вузы по всей стране... Извините, значит ли это, что все-таки есть корысть в занятиях волонтерством школьников? Сложно назвать это корыстью. Это скорее дополнительная возможность для человека. И все-таки главное, что получает волонтер, он получает удовлетворение от своего дела, и он получает благодарность. Но о том, чтобы дать благодарность, должны позаботиться мы, как организаторы этой волонтерской деятельности. И те люди или те явления, для которых эта помощь оказывается. Иван, а что говорит занятие волонтерством, мода на занятие волонтерством или широкое проникновение в обществе говорит о самом обществе? В каких обществах волонтерство присутствует, преобладает? Развитие практик помогающего поведения, то, что я откликаюсь на необходимость, на запрос помощи и своей собственной инициативе, это, в общем-то, говорит о связанности общества. Mm-hmm. Это говорит о том, что люди распознают другого человека в качестве, такой же, как и я, в качестве своего собеседника, в качестве своего друга, в качестве спутника жизни, по жизни. И, безусловно, за этим лежит социальное доверие. Нужно здесь понимать, что волонтерство, то, о котором мы сейчас с вами говорим, это лишь часть того айсберга, помогающего поведения, которое существует. Угу. Если посмотрим на какие-то исследования по этой тематике волонтерства, там обязательно будет вопрос, а приходилось ли вам помогать кому-либо, там, неважно чем, там, советом, добрым словом, участием, деньгами, работой или же еще что-то. То есть такое вот неформальное повседневное волонтерство. И эти цифры будут там, в 2-2,5 раза больше, чем на прямой вопрос, а вы где-нибудь там работали волонтером или не работали. И это означает, что вот это неформальное волонтерство – это как раз-таки та питательная среда, которая кристаллизуется в тех людях, которые едут на север памятники восстанавливать, те люди, которые едут в экспедицию или же включаются вот в вашу работу. Это нужно очень хорошо знать и понимать. И я здесь поддержу развивать объемную, комплексную мотивацию. Mm-hmm. Это не просто про альтруизм, это не просто про интерес. Здесь должны работать самые разные факторы, которые подвигают человеку выйти за пределы вот тех связей, которые у тебя есть в повседневности, и находить новые связи. Но если ваш отпуск еще не скоро, давайте посмотрим, куда можно поехать быть волонтером на ближайшие выходные. Небольшое, уютное и тихое фермерское хозяйство на границе Московской и Тульской областей. Коровы, лошади, козы, собаки и волонтеры, приехавшие и помочь, и отдохнуть. Я начала волонтерить с 2020 года на карантине. Мне было просто скучно дома, и я решила заняться тем, чем мне нравится. Я занимаюсь лошадьми с 6 лет, мне это очень нравится, но я занималась этим не профессионально. Ну и тут как бы тоже нет, но это все-таки для души, для меня, для своего душевного спокойствия. Люди получают здесь реальную перезагрузку и возможность по-новому начать смотреть на свою жизнь. Вставать солнышком, ложиться, когда солнышко заходит, слушать природу, пытаться или как бы внутри себя сонастроиться с ритмом животных, окружающих людей, то есть взаимодействовать по-настоящему. Такой необычный оздоровительный подход выбран не случайно. Светлана – профессиональный психолог с большим стажем. Переезд из города совершил настоящий переворот в жизни ее семьи. Теперь она помогает другим. Люди приезжают сюда, общаются с коровами, с конями, с рекой, с воздухом, с лесом. Ну, с нами тоже, да, потому что все-таки мы в практиках много лет, и мы действительно, знаем, что делать, как человеку помочь. У нас для этого много чего есть. Фотограф Анастасия уже 7-й год ездит на ферму. В прошлом она тяжело переживала развод, но благодаря Светлане, природе и труду заново нашла себя. Потому что здесь все дикое и честное. Потому что здесь искренность, здесь душа, здесь люди, которые
живут сами по своей душе. Здесь я волонтер, мне хочется помогать миру, помогать людям, помогать природе. Все, кто приезжает сюда на время, вливаются в одну большую семью. Поэтому волонтеры при первой же возможности спешат вернуться на ферму, чтобы вставать и ложиться солнцем, доить коров и коз, общаться, отдыхать и трудиться. Они приходят сюда, потому что мы живем по-честному, мы живем по душе, мы абсолютно открыты, мы искренне. Мы обычно то, что говорим, то и делаем. Антон, а у вас есть короткие походы, короткие программы? Мне кажется, стоит помнить еще и о научном добровольстве, которое может идти буквально походя, но при этом оставлять не меньший вклад в развитие и общества, и науки, но при этом продолжаться ничуть не меньше. Ведь некоторые этих проектов идут уже более сотни лет. Это... Что такое научное волонтерство? Это тот вид добровольства, в рамках которого человек, не являющийся специализированным ученым в той или иной области, оказывает помощь научному институту или конкретному ученому в сборе материала или в его наблюдении. Если я не специалист, как я могу помочь? Вот у вас есть наверняка рядом с домом дерево, мимо которого вы ходите практически ежедневно на работу. И вы как раз сейчас весна, вы подмечаете, что вот раскрываются листья. А что если я скажу вам, что отмечая фазу открытия этого самого листа, вы поможете ученым разобраться в последствиях изменения климата? Ничего в этом сложного нет. И я не говорю о проектах, которые связаны на сборе материала, на самых простейших методиках. Например, мы сейчас совместно с ФМБА запускаем новый проект научного добровольства «Хлопок одной ладони» по сбору комаров из самых разных регионов России, потому что ареалы их меняются, и потенциально те болезни, которые они могут переносить, тоже меняются. Ну, в каком виде комара я должна вам сдать? В максимально целостном, чтобы ученые могли определить его вид. Я его должна в колбочку поймать? Да, вам будет прислан специальный набор. В нем будут пробирки Пиндорфа. Вы аккуратно, специальным сгибом ладони. Почему называется проект «Хлопок одной ладони»? Потому что вы ловите его на себя, вот этого самого комара. Да. Не убивая? Нет, но вы его оглушаете, после чего погружаете непосредственно в пробирку. Сложно. И во всем этом и есть настоящая помощь ученым. Я уже не говорю о проектах, где ребята могут помочь открыть новые виды, например, колембал. И после этого... Переведите, что такое колембал? Новые виды насекомых, которые после этого даже назвать в честь того, что им нравится, в честь родного города, учителя, родителей, в честь себя любимого. И в этом плане для ребят появляется возможность, что не то, что нужно отправляться на Дальний Восток, в полярные широты. Найти что-то новое можно вот буквально у себя в черте города. Антон, вот вы говорили о таких направлениях, как Камчатка, да, в таких далеких. А туда можно поехать? Конечно. А на каких условиях? Туда, в общем, даже доехать, долететь-то недешево стоит. Ну, во-первых, справедливости ради нужно отметить, что Камчатка и Курильские острова с каждым годом становятся все доступнее и доступнее. И если попасть на тот же самый Кунашир еще лет 20 назад было уделом действительно либо очень опытных туристов, либо местных жителей, либо же научных экспедиций, то сейчас это становится очень доступным и интересным направлением внутреннего туризма, который у нас получил сейчас в развитии. Благодаря этому на Камчатку тоже не очень сложно попасть сейчас. Я чисто прагматический вопрос задаю. Вы оплатите волонтеру дорогу или он сам должен оплатить? Очень сильно зависит от экспедиции. В некоторых экспедициях старт от точки сбора. Точкой сбора может быть ближайший региональный центр. То есть если вы из другого региона, вам сначала нужно добраться до этого регионального центра. Но при этом сам путь от регионального центра может быть ничуть не проще, а в пересчете, если мы говорим о какой-то финансовой стороне, ничуть не дешевле, чем путь из другого региона в этот. Понятно. А есть ли где-то программы, которые человек может приехать, и там ему хотя бы дорогу и проживание платят? Либо волонтерство подразумевает, что ты должен вложить и свои финансовые средства? Очень по-разному. И чаще всего в экспедициях человек, который попадает в экспедицию, он встает на довольствие. То есть его заселяют, если не требуется своя палатка. Он, ему предоставлен по возможностям те опции лагеря, которые доступны в той или иной среде, то есть где-то это там может быть и бани, и электричество, где-то это условие чуть поскромнее. Иногда люди делают какие-то добровольческие взносы на содержание вот этого самого лагеря, потому что некоторые экспедиции, они организовываются энтузиастами.
чтобы как раз и провести какую-то работу, и собирают они таких же энтузиастов. А есть экспедиции, которые действительно идут по всероссийскому конкурсу и далее оплачивают дорогу прямо, вот, как говорится, от порога до порога и обратно. Конечно же, сейчас я бы даже сказал, что добровольцы в некотором смысле у нас избалованы. Потому что если раньше найти, вот, например, в те годы, когда я только начинал добровольческую деятельность, было непросто найти экспедицию, в которой тебе покроют дорогу, особенно в удаленные части, то сейчас все больше и больше таких проектов. Экспедиционная деятельность действительно становится доступной как никогда. И мы здесь упоминали, что вот изменяется возраст добровольцев, и то, что раньше было, ну, практически на грани, наверное, фантастики попасть там девушке в северную экспедицию. Мне кажется, что сейчас экспедиция отражают в том числе и уровень развития нашего общества. Как и в любом добровольстве, большая часть желающих подать заявки и принять в них участие – это девушки. У нас активно участвуют серебряные добровольцы, добровольцы старшего возраста. И при всем при этом, как я уже упоминал, у нас активно развивается инклюзивное добровольство. То есть экспедиционная деятельность – это уже не только исследование, но еще и такой социальный эксперимент в каком-то смысле, который является зеркалом нашего общества. Красивое название – серебряное добровольство. Александр, у вас нет, наверное, проблемы с тем, когда ехать, так как это Москва. А какие есть короткие программы московские, куда буквально вот в выходные могли бы москвичи присоединиться и помочь городу? С 2022 года в Москве началась программа по открытию волонтерских центров в округах. Угу. Волонтерство становится доступно сегодня москвичу, вне зависимости от того, где он живет, учится или работает. И заняться волонтерством, на самом деле, бывает очень просто и до работы, и после работы, и даже в обеденный перерыв, потому что формы волонтерского участия, они абсолютно разнообразны, и здесь достаточно просто определиться в том, где тебе будет наиболее комфортно и сколько у тебя сегодня есть времени. Есть и так называемые постоянные синхронные акции. Мы постоянно проводим сбор и вторичного сырья для некоммерческих организаций, которые занимаются сегодня вопросами экологии. И сбором корма и различных предметов для приютов, для животных. И возможность вместе с этими собранными вещами поехать в приют и погулять сегодня с собакой. Потому что сегодня самое важное для бездомной собаки – это социализация, это возможность общения с человеком, понимать, что человек, который ее бросил, это, конечно, негодяй, но есть и те люди, которые готовы помогать. И сегодня таких форм участия достаточно много, и, опять же, и восстановление объектов культурного наследия сегодня доступно. Буквально недавно, в апреле, мы всем городом выходили на субботники и помогали очистить те места, где мы сегодня живем. И таких и мест, и форматов, и возможностей становится много. А, Иван, а как можно воспитать альтруизм? Есть ли способы воспитания? Если мы говорим про волонтерство, я, честно говоря, не вижу необходимости воспитывать альтруизм. Мы сделали исследование, и мы увидели, что доминирует интерес – это саморазвитие. Это получение таких навыков, которые будут дальше полезны в карьере и в работе. Это установление связей. Не нужно искать только альтруистов. Нужно ориентироваться на ту мотивацию, которая есть сейчас у твоей целевой группы. Можем ли мы сформулировать так, что нужно сделать волонтерство модным? Более модным, чем сейчас. Оно еще никогда не было в истории, именно современной истории России. Угу. Понятно, что там в советские годы это вообще другая волна была. Но сейчас, в котором оно есть, мне кажется, оно на пике. Я уверен, что это еще не предел. И, по сути, как, опять же, мне кажется, добровольчество становится сейчас одной из национальных идей. Ну что ж, давайте делать мир добрее. Это очень важная задача и потребность нашей с вами души. Присоединяйтесь к тем программам, о которых рассказывали наши сегодняшние гости, и другим программам. Пожалуйста, пишите нам, присылайте свои впечатления от волонтерских программ, от участия в походах и коротких, и в длинных экспедициях. Мы пригласим вас тоже в эту студию и обязательно поговорим. Я Елена Афанасьева. Пишите нам, предлагайте свои темы для обсуждения, и мы будем говорить на эти темы. Всего доброго, до свидания.